Йо, друзья, всем привет, с вами вновь Итан. Продолжаем проходить мы Tomb Raider. И на сей раз мы попали. Черт, у меня стрел нет. Жаль. На сей раз мы попали с вами в какое-то такое место не очень приятное, где повсюду кровь, кишки. Ну, это не удивительно на самом деле. На этом острове это практически везде. Но здесь ребята слишком злые, слишком голодные. Они буквально людей на части разрывают. Видимо, долго их к этому готовили. Ну, я надеюсь, с божьей помощью дерутся, видите, за мясо. Голенькие. Что-то разбежались. Ну ладно. Это один из членов команды Endurance, моряк. Какие-то... О, да. Я прям привкушаю, как ты на меня напрыгнешь. Так. Эти ребята нас ждут в любом укромном месте. Голодные тут сидят, не знаю, измазались в своих массах. Мне, конечно, тоже непонятно, откуда они все взялись такие. Так, стрелы, ну наконец-таки. Нашли мы выход отсюда. Но я еще, кстати, не посмотрел вот этот вот коридор. Пойдем, да? Ах ты мразь. Как ты со мной базаришь? Здесь у нас коробочка и сокровище. Так, кажись, друзья, сюда также можно запрыгнуть. Похоже, с начала 18 века. Веер погребальный, причем. На ваших глазах вы это видели. Ну, давайте, ладно, двигаться через новоиспеченный проход, который мы только что взорвали. И устроили здесь. Ах ты мразь, как ты меня увидел-то? Вообще, каким макаром я умудрился промахнуться? В противогазе. Ну это такой крепкий подонок. Один из штурмовиков. Благо здесь есть ягоды. По-моему, еще один... Ушел вниз. Просто неохота. С фланга. Оу-е. Стоять! А чё ты не пожарился-то, ублюдок?
Это элитные ребята, да. За них даже дают больше опыта. Полно запчастей. По-моему, я не обыскал еще вот этого. Да, так точно. Этот хлопец у нас 5 стрел на себе таскал. Жирно. Кучеряво живут. Так, пока что оружие не видно. Не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Ну, это продолжение истории Алиши, одной из членов экипажа. Ну, вернее, это дочка Алиша. Но... В общем, это команда, часть нашей команды. Так, ну чё, бомбанем, да? И ноль. Результат вообще нам это никакой не дало. Карта называется Катакомбы. Давайте к лагерю. По навыкам у нас пусто. Снаряжение. Лук. А, ну да, у нас же нет сейчас ничего другого. К сожалению. Так, здесь, yes, еще запчасти. Блин, довольно-таки запутанная карта, как нам отсюда выбираться. И место такое не особо приятное. Там то ли проход, то ли я не знаю, что мы... такое освободили. Нет, друзья, подождите, здесь есть такие интерактивные элементы. Да, мы можем здесь запрыгнуть, между прочим. Стоп, или не можем? Не, если здесь вот подняться, возможно, и сможем. Ух ты, тут, кстати, целая веревочка. Так, а сюда нельзя, да? Никак. Походу, нет. Надо же найти путь нам. Как можно скорее, причем. И выбраться из этого ужасного места. Ну, блин. Давайте взорвем. Да. Более чем верно. Теперь у нас все получится. Дерьмище. Я совсем забыл про запах. Ух ты, блин! Я просто по случайке сюда свалился. Крайне не хотел этого делать. Блин, еще убили. С мачете. Вот уж не знаю, как это получилось. Не люблю умирать никогда. Слава богу, чекпоинт прямо сверху. Так, сейчас мы с этими ребятами разберемся. Так, давайте его казним. Ну ладно. Хоть анимацию мы не видели, но... Ох, как ловко это получилось.
Так, не вижу я его. Теперь вижу. Ну, мразь. Убил меня второй раз. Wake up, Итан, wake up. Так, продолжим мы их убивать. Да, да еще. Вот он, ублюдок. Гори в аду. Наконец-то мы с ними со всеми разобрались. Было не очень просто это сделать. Но тем не менее, все отлично. Так, трупы. Как же я их чуть не упустил. Все досконально собираем. Блин, я крайне был возмущен тем, что меня убили в первый раз. Прям, знаете, неприятно. И во второй раз тоже неприятно. Все, у нас есть скала, по которой нужно собраться. Я надеюсь, это путь к нашему спасению. Вот в том, скажем так, небесном свете, который сюда просачивается. Водичка тут тоже. Мы из этих шахт сейчас выберемся. Будьте уверены. Великая императрица, твои новые слуги склоняются пред тобой. Голосом славится. Сердце мое почитает тебя. Снова этот ритуал идет. Ух, какие хедшоты. Это просто была месть за все им. Хотя можно было вот так вот все быстренько порешать. Здесь какой-то журнал. 5 июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне слышу шепот. Это шепчет императрица солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы. Из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора, смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. О да, бред сумасшедшего матери спадет на все, чтобы воплотить жизнь им же самим выдуманные пророчества. Такова краткая суть этого дневника. Сокровище. Я давно это не делал. Свадебный веер, то есть покажу вам полностью. Так.
И гора взрывается тем временем, как мне кажется. То есть нам нужно тоже поторопиться. Сейчас пищу соберем. Это все-таки опыт, друзья. Наверх нельзя. Увы и ах. Теперь нам остается лишь где-то вот здесь вот принять бой, по всей видимости. Что это такое? Они даже научились этот газ каким-то макаром использовать. Так, нет. Не требуется. Здесь сокровище. Еще что-то. Так, поехали. Да, взрывной волной. Ни хрена себе здесь вулканчик разгорелся. Надо бежать, друзья. Причем как можно быстрее с этого места проклятого. Здесь вообще весь остров проклятый. Нам здесь не рады. Ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, мы не погибнем. Блин, прям в самом газу. Они здесь что строят? Космические корабли? Сукин ты сын. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Бойкая бабенка. Эй, не доставай! Мы тут на службе. Чертов идиот. Клетка — это уже перебор. Перестраховываются с тех пор, как сбежал старика. Помогите мне! Что такое? Все? Помощь придет или нет? Ты и оторвал, Лара. Как ты сюда пробралась? Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, давайте поможем им. Так. Как бы здесь все это дело сделать? Так, это противовес, да, получается? Сейчас, друзья, соображу, и все будет окей. Надо, наверное, наверх запрыгнуть, я так предполагаю. Здесь все закрыто. Да, мы сейчас прыгнем. Может быть так? Так, стоп, здесь противовес, посмотрите. Черт побери, как же их выхватить?
Это мегаконструкция. На чем же она держится? Как ее активировать? А, вон там какое-то дерьмо есть. Сейчас, друзья, все будет. Блин, что я с ним должен сделать? С этой бодягой. Интересно. Тоже не вариант. Блин, я не знаю, теряюсь просто в догадках. Честно говоря. Блин, может быть, надо нам отсюда куда-нибудь туда прыгнуть? Потому что непонятно. Эта хрень уже в третий раз у нас подлетает. Да хер там был. Короче, я с этим разберусь как-нибудь сам. И в следующей серии мы продолжим именно с того момента, как я это пойму, как это сделать. Я думаю, все тогда будет отлично. Конечно, такие бывают затупы, не очень приятные, но это решаемо. Так что оставайтесь на канале, увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!